Во вторник в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем минус 2, минус 4 градуса, ночью 7-9 ниже 0. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность. В светлое время суток минус 2, в темное 8 с минусом. Юго-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 3 градуса, ночью 7 ниже 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, днем минус 3, ночью минус 8 градусов. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.